какое приветствие соответствовало какому богу, и какой месяц относится к какому богу. Но эта информация дана у меня почти во всех книжках, и «Волхвы», и «Бабы Яги», и «Кто они», и «В оберегах». Я эту табличку обязательно привожу, потому что это важная информация, и человек ее может использовать в своей жизни и пользоваться благодатями, которые боги нам дают в свои дни. А все праздничные дни у богов, ну, как бы не благодати, у нас происходит всегда, когда порядковое число месяца, да, и число месяца совпадает между собой. Ну, первый месяц – первый день, второй месяц – второй день, третий месяц – третий день, и так 24. 24 месяца – значит 24 числа. Это для первого кона. И в эти дни, как правило, происходит передача свойств Бога, функции Бога в воде. Вот 19 января – это стрибог у нас. 20 февраля – это у нас мудрость, вей, потому что 21 марта – это счастье, потому что там ярило. И так далее. То есть все функции Бога передаются через воду. И это, кстати говоря, вот изменение свойств воды в эти дни отмечали уже давно многие исследователи. Но это было связано, как бы не понимали, почему это происходит. Вот. А в действительности это связано как раз с работой нашего русского пантеона богов.